Привет всем, с вами Алексей, и это 15-я серия на индустриальном сервере Матурин. Сегодня у нас великие планы, сегодня нам нужно человека-дом посмотреть, он пригласил, и я, если честно, очень давно хотел это посмотреть. Это, помните, как-то, по-моему, в 10-й серии я здесь был уже. Вот давайте еще раз вспомним это, смотрите, какое прекраснейшее здание. Вот, прямо, а я еще каждый день летаю здесь и, получается, наслаждаюсь во время полета. Так, ну ладно, значит, двери он нам уже открыл. И знакомьтесь, Калинанет 8. И причем мы не только будем с ним по чату общаться, а еще и настроили по скайпу звук. Ну что, Калина, приветствую тебя. Привет. Привет, привет всем. Вот. Сегодня будем смотреть его дом. Потому что тут реально есть о чем поговорить и реально есть что показать. Ну давай, теперь веди ты. Ну, здесь на первом этаже у нас делается масло из семечек тыквы. Угу, это я понял уже. Делается биомасса из тростника, из кактуса. Это все я делаю для двигателей, для биодвигателей. Ну я так понял, у тебя добывается все на фермах, да, потом ты сюда телепортируешь вот это, да, вот. Телепортационными трубами. Угу, да. Вот это вот. Кстати, давно хочу тоже себе настроить, потому что таскаю из дома камни. Хорошо, значит, это для двигателей. Сколько у тебя, это ж на торфе оно должно... А, нет, это на торфе основные двигатели работают, а потом можно перегонять семечки, делать масло, да? Вот, и уже на масле они потом работают. Ну, эти двигатели, которые питают сами соковыжималку, ферментеры, они работают на том же масле, на биомассе, в общем. Хорошо, понятно. Ну, для тех, кто не знает, как бы это нужно рассказывать, как это все делается. Это, возможно, когда-нибудь отдельно мы расскажем. Так, ну ладно, значит, внутри тоже красиво. Посмотрите, вверху вот эти вот лампочки, это, скорее всего, из люмена делается, да? Синенькие такие, или как он называется? Это не электролампы вверху? Нет, нет, это из Red Power 2. Red Power 2, да, точно. Тоже будем делать их. Так, еще система лифтов, я так понял, у тебя здесь настроена. Лифтап, это мы уже вверх. Значит, здесь есть еще что-то? Вот это зеленое, это у нас что? Это это биомасса, да? Это биомасса, это, да. Биомасса. Я ее просто не по пробиркам, а... Да, я понял, да. Банками, банками. Так, а вот это вот синее... А, ну это провода, да, у тебя тут, я так понял. Хорошо. Ну что, пошли наверх. Так, а что вот этот насос у тебя тут делает? Это он качает откуда? Сейчас, секундочку. А, ты уже ушел. Небольшая проблема. Я понял. Вот, смотри, вот эта помпа у тебя качает... Водичку качает. Водичку качает, а водичка у тебя внизу, да? Вода, ну да, там бассейник, а вода питает картентер, вот который здесь. Ну это, да, я понял, для чего вода, просто непонятно, откуда она ее сосет. Короче, под низом вода у тебя, да? Ну да, да, спрятана водичка. Ясно. Ну, пошли тогда наверх. Так, лифтап, да, мы нажимаем? Поехали. Угу. Так, перешли. Так, здесь у меня основной зал, я вижу, где хранятся все мои богатства. Как ты запоминаешь, где что лежит? Ну, запомнил уже. Сначала таблички стояли. Ну, вот я же что и говорю, что я как бы с табличками не могу запомнить, а у тебя тут... Я хотел, кстати, еще узнать, вот эти столы работают у нас? Потому конечно, что на работает. Некоторых серверах их запрещают почему-то. Нет, у нас работает. У нас и автоверстак, работает. И проектный стол. Отлично, у тебя тоже очень надо удобно. Применить. Это алмазные сундуки, да, я так понимаю? Да, у тебя заглядывает в них, попробуй мне. А не знаю. Заглядывает. Отлично, можешь позаглядывать. Мегапровода. Кстати, ну ладно, это мы уже за кадром, там я кое-что хотел тебя попросить. Так, что-то у меня это вылетело сейчас, подожди. А, надо на Е нажать, все, вспомнил. Так, ладно, значит, вот эти трубы, ты не думал, как ты, не трубы, а банки с маслом, которые вот у тебя идут, получается, по всей плоскости здания, их видно из окна. Понимаешь, я когда лечу, я вижу, как они у тебя наполняются. Может быть, как-то надо было придумать что-то, как-то их спрятать, что ли. Ну, не потому, чтобы... Портят вид. Ну, не то, что портят, ну, как бы здание такое классическое, ну, то есть красивое, и опа, там трубы. То есть они, ты их, конечно, как-то так сделал параллельно окнам. Ну вот, вот это видишь, у тебя здесь окно. Да короче, какая. Что я тебе тут советую-то, собственно? Ну вообще, видишь, возле окон стоят трубы, и да, их видно.
уже не тот вид. Раньше было красивее. Ну, это если что. Это если что. Понимаю, масла-то хочется побольше. Так, а у тебя прямо вверху там ферма, я так вижу, да? Да, можешь зайти вот. Могу зайти, я могу подлететь. А, подлететь. Там стеклышко. Тут стеклышко, чтобы не летали всякие, да? Круто. Так, ладно, что у нас тут еще? Это куча сундуков тоже сюда идут. Так, хорошо, понятно. Так, что у нас там вверху есть что-то? А, вот какой-то, смотри, тростник, лифтап. Это вот на ту ферму получается тростника. Я пойду? Сходи. Схожу. Так, зал, лифтап. Так, да, ферма это хорошо. Кстати, а они у тебя почему ограничены на один блок? Они же должны вроде как вверх расти. Нет, это на жердочках. А, это на жердочках. Это, кстати, резиновый тростник. Очень удобно вначале. Выручает, когда... Да? А как? А, он на жердочках скрещивается с чем? С резиной, что ли? Нет, это такая разновидность тростника. Да? Резиновый тростник. Он дает латекс. Я понял. Да, это действительно. Я не знал вообще про это. Круто, круто. А цветочек здесь... чтобы было не скучно смотреть на тростник, да? Нет, цветочек тоже дает красители. А, он краситель дает. И желтый, и красный. Все, я понял. А вот здесь понял. Растет, который дает чернильные мешки. Вот. А что, и такое есть? Да. Черный цветок? Да. Так, слушай, где ты был в первую серию? Мне надо было тебя, это самое, как гида по Майнкрафту брать. Так, ну хорошо, ладно, отлично. Это у нас куда? Вниз, да? Зал даун. Ага, она закрыта. А, сейчас открою. Расприватчивает. Я ж отсюда больше теперь не выйду. У тебя тут больше ничего нету. Никаких выходов. Пробуем. А ну. Есть, я вышел. Да, отлично. Так, хорошо. Расскажи мне, как ты делал дом, в том плане, как-то ты проект вначале делал, или так, на ходу придумывал? Да все на ходу делалось. На ходу, то есть вот как бы очерчивал, вот здесь я, будет у меня подвал, да? Или как? Сначала огородил территорию, погнал стены, а дальше mm-hmm. уже по ходу смотрел, что будет, где и так. Не, ну что, красиво получилось. Как ты замшловый кирпич вот этот добывал? Это целое дело. Нет, еще не было механизмов. Еще ж не было, я просто что и спрашиваю. Есть такой способ интересный. В темном помещении ложится замшелый камень какой-нибудь один, я его нашел. Ага. И далее, чтобы текущая вода была. Рядышком с ним водичка, и да, я где-то видел. Да, такое. И потом выкладываешь, да. И потихоньку забирать, так это ж сколько надо забирать? Ну, я делал блокбрекеры. А, блокбрекеры? Логично. Да, а он делал. Быстро цветет? Если много сделать, то можно дом построить. То все быстро, да. Так, ладно, сейчас еще наверх слетаю. Так ты тут много делал, да? Я так понял из него. Вот я сейчас просто собираюсь тоже типа замка такого построить. И хочу обрамить его по краям хотя бы, что ли. Вот им, вот этим кирпичом. Короче, у тебя, если что, можно взять, да? Кирпича? Да, ну если немножко. В данный момент его немного, но есть немного. Ну ладно, тогда будем ждать, когда у тебя будет много. Сейчас он у меня в увлажнителе, кстати, делается. В увлажнителе, да. Так, вот видишь, вот я про вот эти банки говорю, то есть да, я понял, когда понял. Они у тебя заполнятся. А мне по приколу. Можно было бы как бы замаскировать под трубу, типа от камина какого-нибудь. Но я так понял, ты не собирался как бы делать здесь визуализацию внутренней части, да, то есть типа как жилой дом там и так далее. Нет, то абсолютно. Все-таки нет. Это больше завод, да? Больше. У меня все на производство. Все на производство, да. Не, ну что, он у тебя зачарование дает эффект какого-то хоть библиотечки. Так. Я что-то, кстати, сюда не попадал. У тебя сюда лифт не идет, да? Еще у тебя, знаешь, что там внизу есть табличка. Это вот на первом, на самом-самом низу. Которая ведет куда? Лифт даун. Вот здесь, вот прям посреди улицы. Все, я понял, о чем ты говоришь. Пробуй. Понял, где я? Пробуй. Значит, я не знаю, что там внизу. Нажимаем, мы сейчас тут просто расприватили. Так, это мы оказались где? Это ледяной тоннель, который ведет... Дорожка на спавн. Да. Туда спавна, направо что?
Направо делается еще. Направо делается еще. Так, а ледяная дорожка, я так понимаю, что если на ней хорошо разогнаться, то оно же типа скользить должно, да? Ну, на ней хорошо бегать в квантах. В квантовых штанишках. Все, первое, куда я попаду, в кванте, это сюда, значит. Так, ну у меня тут не загружено, у меня тут ночное небо. Никакого спауна тут и далеко не видно. Да. До спауна далеко бежать еще. Да, далеко сбежать, ну, ясно. Ну, это прикольно, из обсидиана, да, по бокам. Все потом. Так, вернулись мы. Тут глюки были некоторые с прогрузками. Так, и мы попали... Я даже, наверное, не буду говорить, как сюда попадать, на всякий случай. Вот. Ну, в общем, это вот производственная часть. Самое, что ни на есть производственная. Опачки, у нас сервер перезагружается. Да что ж такое? Ладно, сейчас остановим. Так, ну что, не получилось у нас нормально прогрузиться. Не знаю, из-за чего проблемы. Ну, в общем, тормозили мы, Вот так вот мы затормозили. И опять пропали, да. В общем, ну, суть в чем, что да, там куча механизмов, там стоит генератор материи, там стоят... Рассказывай, что там еще у тебя стоит? Да ну, вся классика, дробилки, компрессоры, экстракторы и так далее. Вот. Делается лед еще там, производится. Делает что? А, лед? Лед. Лед, это да, хорошо. Так, ну, поэтому на этом, наверное, мы закончим. Будем ждать лучших времен, когда у нас будет все шустро работать и, возможно, вместе еще что-нибудь снимем. Также с Калиной мы соседи на сервере 1.4.2. Как-нибудь тоже и про это сюжет будет. Может быть, даже сегодня, может быть, даже сегодня вечером. Вот. Ну что, на этом пока все. Калина, до свидания. До свидания, всем пока, удачи. Вот, а я пойду, наверное, еще в этой серии попробую построить дом, если вот таких вот вещей не будет с тормозами. Ну, вот таких. Так, ну что, дома хорошо, точнее говоря, в гостях хорошо, а дома лучше. Но дома лучше, когда есть дом. А у меня из дома вот этот вот булыжник, отправная точка. Вот, поэтому сейчас мы его будем строить. Конечно, это не очень весело смотреть, как кто-то там просто строит. Вот, но я знаю рецепт. Нам нужно просто душевная, приятная, спокойная музыка. И тогда все будет хорошо. Ну, например, такая. Right about now. The funk soul, brother, check it out now. The funk soul, brother, right about now. The funk soul, brother, check it out now. The funk soul, brother, woo! Funk soul, brother, woo! Раздолбанный пульт электроника, два кассетных магнитофона. Одна из колонок хрипит, рискуя превратить стерео в моно. Учитель физики обещал починить, сука, но тянет резину. Ладно, прорвемся, на танцполе жгут девчонки в лосинах. Три десятка кассет, все перемотаны на нужные песни. Я нереальный диджей, мастер микса и звука кудесник. Сейчас играет смэк, май бича, брактовый зал взорвется экстазом. Потому что сразу за ней я поставлю Funk Soul Brother. Right about now. Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, woo! Funk Soul Brother, woo! Funk Soul Brother, woo! Funk Soul Brother, woo! Из кабинета музыки я взял проигрыватель пластина. Залечил училку, что немного классики на дискотеке необходимо. На винил с народными сказками плавно опускается игла. Жила? Была? Вот это суперпила! Завуч тупая горка просит что-нибудь помелодичнее. Через две песни поставлю медляк, и все будет отлично. А пока пиздуйте вы лесом за всеми своими заказами. Все остальное потом, а сейчас Funk Soul Brother. Right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, woo! Funk Soul Brother, woo! Funk Soul Brother, woo! Funk Soul Brother, woo!
волшебные цвета. Музыка играет огнями, забудет типа. Бухнувшие тайком восьмиклассники переживают мощнейшие трипы. В туалете заныкана бутылка разбавленной водкой колы. Но мне не до алкоголя, я занят, я управляю там в доме. Мама, 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 я не синий, я не синий. Мама, 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 я не синий, я не синий. Мама, 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 я не синий. Мама, 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 мама. Right about now. Right about now. Right about now. The vibe's so violent. Right about now. The vibe's so violent. Check it out now. The vibe's so violent. Right about now. The vibe's so violent. Check it out now. The vibe's so violent. Whoa. The vibe's so violent. Whoa. The vibe's so violent. Whoa. The vibe's so violent. Фух, устал мой зарядник. Не зарядник, точнее говоря, а ранец для полета. Поэтому я пойду заряжать. Еще наверное, не хватит мне на крышу кирпича адского, поэтому еще надо будет пожарить. Ну, в общем, примерно вот так это выглядит. Ну, естественно, это еще не до конца. Тут все будет доделано, красиво. Вот, не знаю когда, может быть сегодня доделаю, ну, наверное, уже за кадром, и, соответственно, покажу вам потом, что получилось в результате. То есть это пока что, ну, почти будет выглядеть так, как задумано. Вот, а на сегодня все, всем спасибо, Калине спасибо за прекрасный, как бы, прекрасную помощь в демонстрации своего дома. Вот, на сегодня у нас все. Всем пока, играйте в Майнкрафт.